Нет, с одной стороны. Не надо резать. Давайте выбрасывать что ли? На опыте? Разворачивай, показывай. Покажи, пожалуйста, печат. Что за печат у нас? Весь пакет запечатан. Ничего не вываливается с него. Номера. Подожди, это номера. Маркер дайте, пусть сразу распишется. С этой стороны. Тоже номера стоят. Тихонько, сейчас. Здесь. Давай. Все снимать, чтобы потом не было завтра. Сейчас подождите, маркер принесу. Нету. Маркер принесите. Нет, сейчас принесу. У вас нет? А можно ручку? А? Ручку. Нет, потому что порвете, вы уже завтра начнете. Маркером, если порвется, там, не дай бог. А прям сам сказал маркером. Да, порвется. Потом будете вы виноваты, ребят. Маркер не сотрется, нет? Нормально. Вы же номера все сняли, какая разница? Я на этой, это отрывная часть вот здесь. Нет, здесь, ты здесь, он здесь, и все. Да. Давай. Там же на шве обычно ставят. Мы просто вам исключение делаем. Да. Нет, это не исключение. Нет, вам давайте. Не будем спорить. Да, как бы, не будем. Решили, все, пожалуйста. Все, здесь пакет уносит. Вот, смотрите. Давайте. Нет, мы должны посмотреть, как складывается в сейф пакет. Нет, они смотрят. Нет, при нас должны положить в сейф пакет. Ой, в сейф, где он будет храниться. Но вы при нас должны. Подождите, у нас счет не составлен на это. Нет, с порога имеет право. Вы же должны составить. Нет, ну сейф-то вы же складываете в сейф. И закрывается сейф, правильно? Да. Вот присмотр.